Героев нужно знать в лицо. Одной из школ Чебоксарского района присвоили имя Леонида Пучкова, полицейского, погибшего в Чечне при исполнении своего служебного долга. В школе Леонида Пучкова помнят как способного ученика. На службе – как ответственного и целеустремленного коллегу. 2 года назад он доказал, что служит родине не на словах, а на деле. Ценой своей жизни он спас коллег, остановив террориста-смертника в Чечне. В родном районе чтут память земляка. Спрос с коллектива школы, с родителей, с учеников, с учителей – большой теперь спрос. – Мы должны быть вдвойне ответственны за результаты как по учебе, так и по различным видам конкурсов и соревнований. Теперь имя отважного полицейского увековечено в названии школы. И это событие поможет всем нам еще раз посмотреть на дело защиты нашей страны по-особому. Понимать, что нет ничего более почетного, чем защищать наше Отечество. Я считаю, что вот эта память, которая сегодня была увековеченное в названии школы, поможет всем нам в патриотическом воспитании наших детей.